Доброе утро. Ну, интересная погода у нас тут в этом году. Зиме, оказывается, не конец. Она опять тут как тут. Да уж. Накопили, капает. Ну вот, опять у нас состояние счастья от снега, а тепло растает сегодня, наверное. Вчера ночью уже пошел дождь, пошел, а потом я выходила, снежок прилетал, но я не думала, что он такой дерзкий. Просится на улицу, зараза. Нет, не пущу на улицу, нет, не пущу. Жаль, что не пущу. А собакам, видимо, снег нравится. Она радостно бегает. О! Опять тут красота. На заборах. Что кричите-то? Двор чистенький. Всем здрасте. Что кричите? Привет, курочка. Не узнали, что ли? Вы меня не узнали, кричите на меня. А? Это в курсе вышло. Вот такие зимние качели у нас в этом году. И в то же время здесь уже вот тающий снег. Ну что, опять будем ждать весны? Так, и у нас сейчас... -1. Мы поехали. Зулька бегает довольная. Мы поехали. За яйцом инкубационным. Вот такая у нас сегодня дорога. Сказочная. Опять сказка.
в общем, мы свернули в улицу, улица Ленина, в Новодонецке, сразу после моста. И сейчас будем, наверное, долго ехать. Номеров домов не видно. Едем мы за индюшиным яйцом, но я его беру немного чисто для себя. До конца маршрута 200 метров. А, да, близко, ну замечательно. Куриное яйцо у нас будет где-то, наверное, через неделю или через две. Смотри, какой красивый дом. Все видно. Вы приехали. Не уехали мы далеко, как-то мы по этой улице ездили очень далеко-далеко. Но все станицы, они в основном похожи. Здесь красиво вот оформлено. У них такие вот там туи. Красиво здесь туи, красивые туи. Вообще красиво ими оформлять. Тоже закрывай, укутывай там. Помочь тебе? Ну и в общем, вот такая красота. Снег тут прямо уже вот такими большими. Сейчас поснимаю еще. Ой, чуть не упала. Осталось только еще упасть. Это опять у нас красота неписанная. Яйцо взяли для того, чтобы самим развести, белое широкогрудое, для того, чтобы самим развести, ну и как бы, чтобы были свои беги, вот беги, например, или хайбриды, их не разведешь, потому что это бройлерные, они кроссовая порода. А белая широкогрудая, она крупная просто порода, ну она это порода. Вот. В прошлом году, когда был падеж птицы, мы рубанули с перепугу всех индюков, потому что они 100% позаболели. И пока они там еще примирялись к этому делу, в общем, мы их порубали всех. Вот. Коробка у нас хрустит. Проблема тут с запчастями возникла. Ездим, хрустим. Ну вот уже мы бейсуги. Мчится вовсю уже. Сейчас за нами прям час довольно. Жулечка! А тебе классно в снегу, да? А тебе классно в снегу. Оп! Выбежала обратно. Вот на этой чашке, интересно, снег упал на края. До сих пор держится. Ну вот мы взяли яйцо, вот это вот индюшинное. И немножко у нее куриного взяли, сколько было, чтобы инкубатора там здесь с 15 индюшинами не болтался. Это у нее Ломан Браун. Петухи, по-моему, Плимут Рокки. Ну, там будут белые, короче, курицы. Мы уже выводили из Ломан Браун. Это же кроссы. И из них выводится то, из чего их делали. То, из чего их выводили. То есть там Легорна, по-моему, у них базовая порода. О, вечером будем закладывать. Потому что я обычно закладку делаю вечером, чтобы они... Начинали лупиться не в то время, которое мне удобно.